Нас привітають цю парку Тіна і наш сюжет з острова Кіпру із Панашної Лавки. Хочу показати вам такі овощі і фрукти зі спорту популярні. Перша – це томат, круглий, грунтовий. Обратите внимание, это цена за 1 килограмм. Огурец длинный, гладкоплодный, внутри практически нет семян. Остатки сливы, яблоки, такой вот интересный приплюснутой формы, дыня, ананас, очень пользуются популярностью. Дальше, остатки перца, кубовидного зеленого, внизу картофель, лук, чеснок. Дальше, любимая дыня киприота, карибиан и де сапа. Дыни хранятся долго, поэтому в текущей жаре они хорошо сохраняют свой вкус и форму. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.